Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня очередной обзор по заработку криптомонеты Tron. Называется web3xs.com. Мое видео носит только информационный характер. Я не призываю никого к каким-либо действиям. Как говорится, дело хозяйское, кому нравится, тот заходит, не нравится, проходит мимо. Регистрация здесь наипростейшая. Как всегда, мобильный телефон или цифры, похожие на мобильный телефон. Это не принципиально. Прописываем пароль, повторяем пароль. Значит, пароль без всяких символов, просто буквы и цифры. Я прописывала. Далее здесь будет код приглашения. Здесь нужно ввести номер WhatsApp. Я прописала вот такой вот номер, набор цифр моих, что я как бы при регистрации, вот мобильный телефон. И зачем-то им надо Telegram. Я вот прописала имя пользователя через собаку. И нажала зарегистрироваться. Я уже зарегистрирована. Вход по телефону и паролю. И вводим капчу. Авторизоваться. Значит, домашняя страничка встречает нас. Такая вот памятка. Можно перевести и прочитать. Следующая. Значит, что здесь? Депозит. Угу. А здесь депозит от одной монеты написано, ребятки. Обычно в таких проектах от Kitty 3X. Но здесь вот депозит от одной до сколько там тысяч? До 50, что ли, тысяч? Не вижу. Под 6% в день. Ну и далее по нарастающей. Следующий. Так, здесь что? Уведомления. Ага. И все показано, что нужно делать. То можно ознакомиться. Следующий. Нажмите, чтобы просмотреть продукты. Но это уже кто захочет сами. Технический документ. Ну, вот как-то так. Значит, сразу у нас здесь что? Ну, депозит, вот этот бонус 8000, он ни о чем. Здесь в основном в таких проектах только капает доход от депозита. Значит, депозит, снятие, делится реферальная ссылочка, команда, выход. Опускаемся ниже базовая учетная запись и промо учетная запись. Здесь это можно накопительная прибыль, членство. У нас это можно все прочесть. И глобальные партнеры. Я сразу сделаю депозит, так как депозит обрабатывается какое-то время. Перевод на базовый счет. Вот этот кликаю. Значит, здесь QR-код и адрес кошелька, куда нужно отправить денежные средства. Для перезарядки требуется около 5 до 10 минут. Я копирую адрес. Все автоматически копируется. Перехожу в расширение Tron Link. Кликаю Send. Вставляю адрес. Прописываю сумму. 20 монеток. Отправляю. Проверяю. Вот 20 монеток я депонировала. И перезарядка завершена. О том, что я сделала депозит. Все. Далее трейдинг у нас, как я сказала, 6% у нас будет идти. Вкладывать деньги. Здесь можно делать депозиты. Как бы
уже процент на один день 5%, 10% на ставка 20%, но это уже по желанию. Я же работаю только на майнере. Также вкладочка делиться находится партнерская ссылочка. Копируем, она автоматически копируется. И домой. Домашняя страничка. 23 икс мои поступили на баланс. И еще одну монетку. 1.2. Две монеты дали как бы бонусом. Значит, здесь у нас команда. Три уровня реферальная программа. Список прибыли. Базовый аккаунт, рекламируемый аккаунт и вот мое пополнение. Да, перевод на базовый счет. Можно с промо-аккаунта переводить на этот аккаунт и тем самым увеличивать доход. Реферальную ссылочку я вам показала здесь уведомления. Также это можно все ознакомиться. Обмен подарками. Изменить пароль. Выход. Далее что? Давайте сразу сделаем вывод. Также здесь депозит и вкладочка снятия. Кликаю вывести. Ежедневный мой лимит. 1.2 монеты. Значит, что нужно? Минимальная сумма составляет 0.01 монета. Также базовый аккаунт. Рекламируем аккаунт. Вот здесь подтверждать кликаем. И появится рекламируемый аккаунт. Если у вас здесь будут денежные средства, можно снимать также минимальную сумму вывода 0.01 монета. Ну и максимальная вот такая. Я перехожу на базовый аккаунт. И вот сюда подтверждать кликаю. Нужно сначала добавить адрес. Иду в кошелек TronLink. Я копирую свой адрес. Стираю. Ага, здесь сумму. Вот здесь надо ставить адрес. Сюда ставлю 1.2. Точка. И кликаю «Добавить адрес». Добавлен успешно. Подтверждать. А теперь уже можно выводить. Сумму я прописала. Адрес у меня прописан. Опускаюсь ниже. И вот на эту вкладочку уже я кликаю «Вывести вывод средств успешно». Подтвердить. Все замечательно. Монетки вывелись. Обновляю страничку. И 1.2 монеты поступил на кошелек. Завтра утром я опять-таки зайду в кабинет, как я захожу в остальные такие аналогичные проекты. И сделаю очередной вывод. Так ежедневно. Также здесь что у нас? А, выбрать язык. Есть русский язык, но я, ребятки, не буду выбирать, так как мне удобней. Здесь и так все на русском, в принципе. Вот. Уже автоматически определяется как бы язык. Вот такой вот проект. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!